Итак, идет сейчас священный месяц, и мы помогаем дагестанской земле становиться лучше, красивее, чище. И экология начинается всегда с малого, но здесь мы начали вместе с главой поселка Черкей. Начинаем экологический месяц и несколько очень интересных знаковых акций. Как для всей республики, так, может быть, даже и на уровне Северного Кавказа будут проводиться экологические инициативы, очистка водоемов, очистка территорий, раздельный сбор мусора. Ну, а пока мы начинаем вот с посадки этого красивого зеленого украшения неподалеку от администрации села Черкей. Газим Магомед очень поразил нас своей активностью и желанием делать этот мир лучше в свои небольшие годы, но уже столько амбиций, столько реальных дел запланировано и сделано, так что будем вместе работать на благо республики. Спасибо, благодарю вас за то, что нашли время и приехали. И сам откуда вы об этом рассказали? Да, я из города Москва приехал в эту прекрасную республику для того, чтобы немножко посмотреть на культуру, природу, искусство. Но здесь очень заинтересовала нас экологическая ситуация, и хотим помочь немножко региону. Не то чтобы он сам не справляется. Фантастические впечатления, когда просто приехали по совершенно по другому направлению работать, но увидели все окружающее, что здесь есть. И главное, природа, конечно, люди, незабываемые впечатления получили. Захотелось немножко поучаствовать тоже в наведении порядка в экологической ситуации. Как во всей России, так и здесь есть свои проблемы, есть свои плюсы. Поэтому наша компания подключается активно и совместно с муниципалитетами, и совместно с представителями власти и федеральной, и региональной. Мы потихоньку будем здесь устраивать экологические инициативы, учить молодежь и привлекать общественные движения, и делать по новым стандартам интересные акции. Следите дальше, что будет происходить здесь.